коляске регулируется ручка под мамин рост. Блок съемный перекидной. Коляска трансформируется в прогулочный блок. Перестегиваются снизу ремни. Вот, кнопочками поворачивается само сиденье. Спинка подтягивается на необходимую высоту. Чехол снимается. Отдельно. Остается полноценное посадочное место для малыша. И теперь люлечка сделай, посмотрим, как он. Где люльки внутри выглядят. В комплекте 5-точечные ремни, москитная сетка. Коляска складывается, блок снимается отдельно. Складываются только шишки.